Всем привет, с вами Родригес. И Сайбат, всем привет. И сегодня мы будем делать обзор на новую девяточку с литыми дисками с большим диаметром. Да, как на X5 приблизительно, да, такие. Ну, прикольные тоже, смотрите, они хромированные, все блестят, да? Охрененные просто, да. Кстати, спасибо, ребят, что скинули такой мод прикольный. Ссылочка в описании под видео. Ну а мы поехали, давай разбираться, что за девятка. Давай сначала снутри посмотрим. Мне она вот внутри понравилась. Такая, знаешь, это пацанячая. Сигарету, да, умоляет. А смотри, кстати, да, сигарет. Пачка сигарет, короче, Винстон, по-моему, синий. Я вот такой. Да. Три пачки знаю, валяется. Точно. Там пачка, две пачки вон возле коробки. Воу! Это самая офигенная эта тачка. Вообще просто дикий. Нормально, да? Вообще. Девятка на литье! Е-е-е, да? Как это в этой песне, да? Да. Известный. Кстати, на брызговиках, смотри, там прям такие неоновые, да, эти значочки, да? Они как это, как фосфорные, знаешь? Фосфорные, ну, как это, не неоновые, я, может, неправильно сказал там. Да не, может, правильно, в принципе, неоновые, может быть. Короче, как фосфорные, да, действительно, светятся, в общем, ночи. Может, светодиодные они там. Ну, в общем, вообще прикольно, а, кстати, ну, давай... она не едет, да? Да, она, плюс какой у ней, потому что она стоит, по-моему, $1, да? Это девяточка стоит, да, $1, вот она, это же вообще круто, ребят, берите этот мод, потому что... А, нет, не берите этот мод, смотри, это я встал, все, не могу. Ну, все классно, вообще, короче... Офигенно, она сделана, ну, единственное, вот, ребят, ну, сделали бы чуть помощнее бы ее, да? Да, разработчики. Вот она даже в гору уже, все, не могу заехать. Она вообще едет, просто не едет. В описании написано 65 километров в час она едет. А, видок отличный, да? Нет, почему 65? 65 это у нас другое, наверное, едет. Тут 120 она едет. Не, ну тут написано, что... А почему-то в описании я вроде как читал, да? 65, да. А-а-а. Здесь написано 119 вот у меня, да. Ну вот я сейчас разгоняюсь по полной, смотри, 50, 60 уже там. А я до 70 разогнался, тут горочка, сейчас дальше поеду. Ну сейчас попробую просто ради интереса. Давай попробуем, вот допустим, получится по прямой, она сколько она у нас выжмет. Ты тоже рядом. Интересно, да. Ну вот 61, 62, ну то есть она... Я не знаю, 65, 60... О, нет, смотри, больше, да? Набирает 70. Не, она набирает больше. Она просто может больше, да, кстати. Это... Мне кажется, я сейчас врежусь в забор, наверное, какой-нибудь, да? Да, мне тоже так кажется. Да, 120 мы точно не разгонимся. Мы не успеем разогнаться. Смотри, двери успели открыться. А, и тормозит она тоже так. 85. Я до 85 успел. Нормально. Слушай, так, в садовом центре тут что у нас есть? Ничего нет там? Ну а что, нормалек такая девяточка, литые диски шикарные, вообще прямо ну, супер. Ну вот литые диски-то вообще у нее шикарные, конечно. Сквозь, да, проехали, да? В принципе, что тут еще можно такого интересного? Ну, салончик, девятка. Салон нормальный, да, девяточки хорошие. Смотри, даже внизу еще две пачки сигарет. Прям создатели этих мод, наверное, любят сигареты Винстон по-любому. Ну. Синий, да? Наверное. Или можем за рекламу заплатили. Да. Сделайте, ребят, мод. Винстон, да, такой попросил. Сделайте мод обязательно с Винстоном. С Винстоном. Три пачки туда положите, чтобы не сработать. Блоки, да, туда можно положить несколько. Рекламка такая, да? Но у нас еще есть девятка, кстати. Теперь давайте сравним их, да? Да, еще прислали один мод, и мы сейчас поедем как раз в магазин, чтобы его купить. Ну, знаешь, я, наверное, останусь, наверное, на вот этом, чтобы сравнить как-то их. Ну хотя, что их сравнивать, мне кажется. Сейчас посмотрим, конечно. Ну тоже девятка, да. Давайте. Мне кажется, это все равно медленнее будет, чем та, потому что та, наверное, должна быть быстрее. Ну, я имею в виду разгон. Куда медленнее-то уже, да? Да, она, кстати, по-моему, ничего не цепляет, да? Вот эта девятка наша, да? В смысле? Ну, прицеп не цепляется на нее? А, нет, нет. По-моему, не должен. Так, кстати, мы ее не нашли, она у нас в разделе грузовиков почему-то появляется. Да, да, да. Вторая ты имеешь, да. Возьмем одну красную, другую тебе какую? А ну да, возьми какую-нибудь черненькую, там есть? Черную, давай. Отлично. Давай черную. Так, красная и черная, ух ты. Так, ну-ка, сейчас, тихо-тихо. Так, заводится она как джип. Ага, едет. Звук как джип. Звук как у джипа, да? 80 километров, как у джипа. Ну, смотри, она пободрее, кстати, она это более она такая... Она как джип, смотри. Вот видишь, даже это, тащит это как джип. Ну, то есть полностью... У нас уже второй, да, получается, такой мод. Сядь внутрь, смотри.
Ну-ка. Ты сел внутрь? Да. Поверни так. Камеру. А, ничего себе. Тут у меня напарник, что ли, сидит еще? Смотри, как он руки держит, как будто он мне руль сейчас дадут ему. Ага, все как раз. Ну, вот он, ну это знаешь, это как инструктор, тот человек, который... Он, у него должна в руках быть карта. Он такой говорит, так, направо-налево. Доехали, да? Да, там, прямо там. Через 30 метров налево. Ну это даже не штурман. Штурман. Штурман, да. Как на ралли ты имеешь в виду, да? Да-да-да, штурман, штурман, правильно. Слушайте, ребят, этот джип, короче, просто в обертке девятки. Ну да, в принципе. Затонированная девятка. А, Димка 096 номер, интересно, да? Главное смотреть. Кого это интересно, а? Впереди у нас. Впереди у нас этот номер, а сзади, смотри, нормальный номерок. Сзади русский, а впереди украинский, да, номер получается? А, кстати. Да. А, точно, ну да. Интересно так. Интересно, как он это оформлял ее, да? Я не знаю. Я говорю, так это, да? Как он ее оформил. Как он ее оформил-то, а? Половина перед Украиной оформил, зад в России, да? Да. Ну. Ну, в общем, что сказать, что сказать. Ну, прикольно, что у нас тут брелочек висит, видишь, да? Для разнообразия. То есть ничего шикарного в ней нету, так сказать, да? Ну вот прикол, что тип какой-то сидит рядом. Такой ну же. Тип сидит рядом, да, но еще такого не было. У нас такого, кстати, спидометр не работает. Тахометр тоже. Да, и... Ну, вот. Обычная машинка. Да, обычная такая точила, нормально, в принципе, пойдет, что погонять-то. По ферме а, кстати, тоже можно, у меня, да? Слушай, прицепное устройство есть. Не прицепляется, точно? Нет? Ага, давай попробуем. Давай. Ага, я тут... Сейчас я верну его ага. на место. Ты а застрял тут, наверное, опять. Надо, продать, наверное, девятки эти придется. Места не хватит под все, как обычно. Попробуй. Так, давай продадим что-нибудь, да? Или хватит, или не хватит. Или мы их отгоним просто. Ну, не знаю. Давай мы их отгоним в сторонку. Ну что, я вот на этой, например, когда на эту сажусь, она... Она мне нравится тем, что у нее литые диски и салон прикольный, в принципе, да? Но. И внешний вид хороший. Ой, типа и... подзатюненный такой, маленький колхозик, конечно. Да, такой. А вот, но медленно ездит. Вот это вот вроде ничего, побыстрее, пошустрее девятка, да? Напоминает настоящую, да? Ну, все-таки джип. Да, но у нее двигатель джиповский. Тоже классно, ребят. Это здорово, на самом деле, что... У нас есть возможность на ферме попробовать разные, да? Да. Моды. Ну давай, цепляй, пробуем. Так, это сначала попробуй, это. Не, ее наверное... нету, нету. У нее даже нет ничего, да? Ну, сейчас я подъеду. Я уже здесь. Давай. Да. Не, я так просто, чтобы подъеду на всякий случай. Взял сразу зелененький, чтобы попробовать. Да нет, навряд ли там. Ничего нету, такого нету. Ну, мало ли, бывает такое, да, что? Может, мод так сделали. Может, такой просто. Мод какой-то, да? Так, ну давай пробуем. Давай цепляй. Должно зацепиться, есть же все-таки. Нет, да? Цепляется. А если попробовать самый простой, который дешевый? Ну давай попробуем. Так, не, просто ради интереса надо знать. Угу. Сейчас попробуем. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Не, не цепляет, в общем. Никак, да? Ну что, на ней просто грацевать так по своей фирме можно, да, погонять, ну, вместо, да? Джипа просто как, в принципе, в стандартной игре, вот без модов, один джип всего легковая получается. А здесь, ну, все равно какое-то разнообразие, правильно? Да. Лучше все равно, чем ничего. Ну, конечно. Ну и что ты скажешь, Сайбат? Ну, в принципе, можно попробовать. Кому понравится, я думаю, внешне, первая девятка внешней должна понравиться многим. Ну, это просто для разнообразия можно скачать. Да, ссылка, ну смотри, она, да, она прикольно, но... Ссылочка, кстати, в описании, скачайте, если вам понравилось. Заходите в группу в нашу ВКонтакте, достаточно там просто. Если вы хотите оставить... Ну, если вы хотите, чтобы какой-то ваш мод или, не знаю, мод, который вам понравился, чтобы мы на него сделали обзор, вы можете оставить ее, эту ссылку, вот в обсуждении в нашей группе ВКонтакте. И обязательно, да, обязательно мы с течением времени, как доберемся, потому что заказов очень много сейчас, друзья. Стараемся все самые интересные моды посмотреть, показать. Опа, да? Я к вам сел. Ты к нам там сел, да? Получается, нам втроем тут, да? Посмотри, залезь, вылези. Посмотри теперь на мою прическу. На мою прическу и на его прическу посмотри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Видел?
Кучерявый такой, да? Ну да, вот нет, ты, у тебя зачесаны назад. Зачесан, ну так, по приколу. А этот, смотри, паренек ты, который сидит, ну такой это... Два брата-близнеца. Два брата-акробата, да? Да. Ну, в общем, здорово, что у нас сегодня прям денечек такой, чисто с девятки одни, да? Да, у нас прям русских модов сколько уже, да? Русские моды много, но на них, кстати... Всем заказов, нравится. Да, всем нравится. Девяточки вообще шикарные. Ну что ж, друзья, с вами был Родригес. И Сайбет. Мы вам желаем хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди сейчас едет электричка, мы сейчас посмотрим. Сейчас она, смотри. Что-то сейчас будет. Ну, блин. И где они? О, я девятку не успел поставить. Она просто улетела, да? Не успел девятку поставить просто. Ну ладно. Поставить девяточку, ну ладно. Ну и всем пока-пока. Всем пока, ребят.